Очередная встреча с интересной личностью состоялась в Центре культуры и искусств имени Кадыра Мырзали. На этот раз гостем стал заслуженный деятель страны, обладатель ордена Парасат, Жершит Эрмишек Атимулла Бердыгалиев. В этом году Айтаскеру исполнилось 70 лет. В юбилейный год он с радостью встречается с поклонниками своего творчества. Вечер официально открыл руководитель областного управления культуры, развития языков и архивов Сайран Дуйсенов, который рассказал о безграничном таланте и весомых достижениях Атимуллы Бердыгалиева. Его творческая деятельность напрямую связана с пропагандой национальных ценностей, сохранением исконного культурного наследия. Акын – это особый поэтический дар и особое искусство. В свое исполнение они вкладывают душу. Все мы знаем, что наш юбиляр достойно представлял область на различных престижных мероприятиях и становился победителем. Его достижения прославляют наш край. Атимулла Бердыгалиев, наделенный особым чувством юмора, постарался внести легкость в проходящую встречу, отвечая на вопросы, в том числе в шуточной форме. Зритель не мог отпустить Айтаскера без исполнения одной из любимых всеми народных песен. В ходе мероприятия Сэрсингали Бисингалиев, близкий друг артиста на протяжении 40 лет, поделился воспоминаниями о своем дорогом друге, рассказал интересные истории об их жизни и встречах. На вечере известные певцы Кайрат Кокимов, Ернар Омаралиев, Бейбит Кожегалиев и его ученики поздравили юбиляра, а его сын Ансар Бердыгалиев исполнил кюй. Юная дамбристка Жасмина Палат получила бата от своего наставника. В завершении вечера Атимулла Бердыгалиев выразил благодарность коллективу центра Кадыр Мырзали, организовавшему теплую встречу. Выражаю большую благодарность за организацию вечера руководству областного управления культуры и коллективу центра Кадыра Мырзали. Все прошло на высоком уровне. В завершении вечера директор центра Кадыра Мырзали Буржан Халиулла вручил виновнику торжества нагрудный знак Сурамдатов. Все выступающие неоднократно подчеркивали значимость личности Атимуллы Бердыгалиева в деле сохранения национальных ценностей. Атимулла – человек искусства. Он вносит огромный вклад в развитие национальной культуры. Вечер прошел интересно, на одном дыхании. Мы желаем ему вдохновения, здоровья. Пусть его талант не иссякает и служит на благо нашего искусства. Встреча прошла очень тепло и запомнится надолго и юбиляру, и пришедшим гостям. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.